Здорово, пацаны, те, кто есть. Так, 8 человек онлайн, отлично. Все, всем привет. Давайте немножко пообщаемся. Скоро всем спать пора, но немного потрещим о бизнесе. Так, вот так вот. Так, Симбакэт, поздновато что-то. Привет, Симбакэт. Ну, да, поздновато, но решил перед сном немножко это с вами поговорить. Александр Петров, доброй ночи, Саня. Саня, привет. Симбакэт, у нас в СПБ есть на комфорте работа? Не уверен. Насколько я слышу, работы нет. Ну, то есть мало. Мосса Шагинян, доброй ночи. Привет, Мосса Шагинян. Александр Петров, Сань, как думаешь, тебе сложно будет в Москве таксовать? Не знаю. Ну, города я не знаю, значит, в этом точно будет сложность. Вот. А так, насколько сложно, да без понятия. Наверное, как и всем. Но только я города не знаю. Причем не знаю вообще. Я в Москве жил, когда я был совсем маленьким. И это, ну, естественно, я перемещался только на метро и на наземном транспорте. Но не на машине. Павел Нестеров, здорово. Паша, привет. Мосса Шкинян, был сегодня на международном автосалоне в экспофоруме. Было интересно. О, прикольно. А я что-то вот это... Сегодня вышел только немножко погулять. Болею, все еще никак не могу выздороветь. Наверное, надо дома посидеть так плотненько. Что-то не получается как-то выздороветь. Вроде как вчера уже получше себя чувствовал. Сегодня опять накатило. Может, что-нибудь посоветуют, как можно от простуды вылечиться? Я пью просто вот чай с лимоном и с медом. И все. Ну, витаминки пью. Бирсурус. Привет, Саня. Привет, Бирсурус. Владимир Корсаков. Саша, будь здоров. Спасибо, Володя, ты тоже. Видимо, надо всегда так, когда межсезонье, там надо перестроиться, поболеть. Журналист газеты «Хейтер», всем привет. Привет. Журналист газеты «Хейтер». Наш так назваться. Прикольно, чё. Александр Петров, какие симптомы? Горло болит, там сопли, так как бы не сказать, чтобы мощно, но есть некие сопли, горло немного. Ну, я чувствую, что температурка может есть немножко. Мовсес Шагинян, 100 рублей, потому что ты лучший. Мовсес Шагинян, спасибо большое за сатен, очень приятно. Надо же, неожиданно, 100 рублей, круто. У меня как раз сейчас с денежками что-то там не очень. Соточка будет в кассу. И эта соточка, я ее тебе верну. Ну, конечно, в таком ментальном смысле, но зато в усатиренном размере.
Такие симптомы, кашель, температура, насморк, везде эта зараза ходит как будто. Ну, раз везде, значит, меня не обошла, значит, все в порядке. Я особо так не переживаю, просто, ну, такое состояние не особо приятное. Но зато болезни нам нужны, чтобы мы немножко от этой, от суеты немножко отошли. Подумали, ух ты, Бирсурус, 300 рублей, выздоравливаю. Бирсурус, слушай, блин, спасибо тебе большое. Прям очень приятно. Мне в последнее время уже вообще перестали все донатить. Тут только начали стрим, ну и сразу денежки что-то. Блин, ребята, спасибо вам большое. Бирсурус, спасибо. Благодарен я тебе очень-очень сильно. Так что это... Не знаю, что еще, как вот... Могу безостановочно благодарить, на самом деле, вот так вот тепло на душе от такого. Так что кайф, чувак, спасибо. Так, Владимир Корсаков, пей эхинацею. А что такое эхинацея? Володя, напиши, пожалуйста, хотя бы вкратце, что такое эхинацея, где ее взять и как пить. Михалыч, Саня, привет. Михалыч, здорово. Уже второй стрим подряд заходишь. Давно мы с тобой не виделись, не общались. Что-то ты забыл про мой канал. Ну, наверное, времени нету, занимаешься. Спасибо, что зашел. Саша Александр, нужно пить антибиотики. Саша Александр, привет. Слушай, а вот я слышал обратное мнение, что антибиотики, они у них побочка, и они как бы бьют тоже по здоровью. Типа антибиотики, когда уже, ну, совсем, уже понимаешь, что что-то не помогает, нужно. Я такое мнение слышал. Монстр Шагинян, у меня такая же фигня, из носа течка. Так, Бирсурус, а не нужно благодарить. Ну, а как не нужно? Нужно. Я вообще весь мир благодарю за все. Вчера домой шел, чуть с ума не сошел. От благодарности миру. Паша Нестеров, а не хочешь ли ты попробовать на Комфорт Плюс, таксовичков, Яга и все остальные такси? Ну и тестик, да. Я с удовольствием попробую. Рано или поздно я возьму какую-нибудь оптиму, камрюшку там или что-нибудь такое, чтобы катануть. Уже несколько раз предлагали, но все что там, что-то вот не срасталось по каким-то причинам. Бирсурус, твои видео очень интересны. Смотрю с удовольствием. Спасибо тебе. Тебе спасибо, Бирсурус. Вообще странно. Вот хорошо, вот уже и вчера, и сегодня, и что-то вот... благодарят за видео, это очень приятно, а просмотры на канале встали, прямо капец, странно, кто смотрит тогда? Ну, YouTube такая штука, что оно то густо, то пусто. Так, Мовсы Шкинян, посидел в новой Вести Спорт, очень мала внутри, а движок тот же самый, шестнарик жигулевский. А почему мала внутри? Ты имеешь в виду по сравнению с чем мала? У нее салон отличается от обычной Весты? Или ты имеешь в виду вообще в целом сама Веста вообще? Потому что в принципе у Весты салон-то как раз, ну не сказать, чтобы маленький, уж больше, чем у Соляриса. Саша Александр, выздоравливай, Саня, и чтобы дети были здоровы. Спасибо, Саша, спасибо большое. Самат Добулалиев. Салам, тихий, доброй ночи. Салам, Самат. Паша про машины. Саня, привет. Монтирую то, что снимали и готовлюсь к поездке. Поддержим тихим лайком и просмотрами. Спасибо, ребята. Под этим стримом не ставьте лайки. Там не нужно. Я же все равно перенесу на лайв-канал. Так что другие видосы, да, смотрите, лайкайте там. Вера Соколова. Начни возить проституток. Всю грязь больших городов. Да не хочу я проституток возить. Ё-моё. Не хочу. Паша Нестеров, сложно придумывать, о чем снимать, рассказывать и болтать в стриме. В стриме нет вообще. Поэтому я, когда стримлю, я вообще ни о чем не думаю. Никак не готовлюсь, ничего. Стрим это что это? Вот как мы общаемся, знаешь, там, встретимся мы с тобой на улице, к примеру, и что, мы будем думать, о чем нам говорить? Нет, конечно, просто о чем-то потрещим и все. Так же и сейчас. Это я думаю насчет видосов. Вот сегодня сценарий начал писать. Все не могу допридумывать. Вот уже начал для следующего видео. Вот.
Мостышки нет. Я человек высокий, и мне было очень некомфортно за рулем, очень тесно. Руль буквально лежит на коленях. Ну, слушай, мужик, если ты высокий, то да, конечно, вот эти вот машины эконом-класса тебе будет сложновато. Поэтому Веста, да. Тебе надо Октавию. Октавия вообще нормально будет. Саша Александр, пей чай с лимоном и медом. Ну вот, чай с лимоном и медом. Вера Соколова, сколько за рекламу берешь? Смотря за какую, смотря с кого. Так что тут... Да какая разница? Немного беру. Если тебе нужно что-то прорекламировать, напиши, посмотрим, получится договориться. Так, смотря кого там, знаешь, конторы пишут, одна цена, а если кто-то там из блогеров прорекламировать, я стараюсь им поменьше делать. Михаил Мальсагов, всем привет, доброго здравия, Александр. Михаил, привет тебе, тоже доброго здравия. О, как раз его написали, отлично, все здорово. Пришло сообщение по WhatsApp. Пользуйтесь WhatsApp, кстати, как не как этим приложением телефонным, а как десктопным. У меня тут на компе и WhatsApp, и Telegram. Очень удобно, когда есть это, когда и телефонная версия, и компьютерная. Вера Соколова, так, Серега Доценко. Санек, привет, выздоравливай, дорогой, ты нам нужен. Серега, спасибо большое на добром слове. Да, конечно, выздоровею, что там, это же обычная фигня, переход, смена сезонов, тут надо немножко поболеть, чтобы, ну и как-то подумать о высоком. Я всякие духовные лекции слушаю, тяжело сконцентрироваться, я весь день просидел вот так вот, короче, не смог ничего, да вот только под вечер что-то сценарий там немножко. Вообще капец, не это, просто вот, я так потом уже подумал такой, да ладно, надо вот иногда даже просто, не просто же так заболел, нужно иногда просто подумать о чем-то, от суеты абстрагироваться, то есть поваляться там, позадаваться всякими вопросами вечности, всякое такое, потом поправиться и дальше побежал, так что... Вера Соколова, канал свой хочу, ну слушай, Вера Соколова, ты кто, чувак или баба? Я понять не могу. Вера Соколова. Какой, понимаешь, вот тут, если ты хочешь свой канал, тут в первую очередь тебе нужно подумать никак не о рекламе, а о своем канале. Первое, для чего ты хочешь свой канал? Причем честно самому себе нужно ответить. Для чего ты хочешь свой канал, что ты от него хочешь и какая тематика канала, что очень важно. Перед началом нужно четко понять по тематике канала, что ты готов или готова нести людям. Нужно такое вот, перед тем, как начать, ты подумай, можешь ли ты сделать, уверен ли ты или уверена в том, что ты можешь снять, например, 20, 30 или 50 видосов. Вот, или как? Потому что тут очень важно перед, как говорится, на берегу обо всем договориться. Ну, с самим собой. Это очень важная фигня. Серега Доценко, да, согласен. Ну да. Михаил Мальсагов, поправляйся скорее, тебе болеть по сроку службы не положено. Ну, блин, все же болеют, что там, ничего страшного. Ну, Миш, спасибо большое. Так, Рома Страхов, привет. Паша что-то удалил сообщение. Мосса Шагинян, сейчас такое сложное время года, что если оделся тепло, жарко и потеешь, а если оделся полегче, холодно. Да, обманчиво все. Визуально одно, а по факту другое, да. Саша Александр, я за рулем ездил в температуре 37, 10 часов за рулем ездил. Блин, тяжело. Это тяжело. Ну, ты уж так себя не напрягай. Труяк Тасис, привет, старый. Про бизнес не буду спрашивать, его нет. Опять хуячит чай. Привет, Гриша. Рад, что ты зашел ко мне на стрим. Великий ты человек, Гриша. Особенно по отношению ко мне. Да, чай хуячу с лимоном и с медом. Причем эта кружка, перед ней еще две было выпито. Саша Александр,
И потом заболел на 3 недели. Вот. Напрягся, короче. Надо было лежать, а в итоге заболел. Ну, что, болезнь она бывает. Говорят, что болезнь нам не просто так дается. Ну и ладно, что. Рома Страхов, что за женщина-таксист-блогер появился в Питере? Блин, если ты про Лёлю такси, то, ну, просто девчонка. Потому что она недавно появилась. Но она там, она же молодая совсем. А если женщина, имеется в виду, что там уже в каком-то возрасте, ну, я не знаю. Я так особо не в теме, как бы так скажем. Я слежу только вот за старой гвардией. Кто были тогда и 2 года назад там. И все. А кто сейчас появляется, так даже не парюсь. Джек Беляев, трудяга пердун. Блять. А ты, Джек, не пердун? Все нормальные ребята пердуны. Можешь гнять, трудяга таксист, привет тебе. Ты сумасшедшую, размахивающую ногами нашел? А, там у вас какая-то своя тема. Трудяга, Рома Страхов, забудь, шляпа какая-то. Рома, понятно. Экстра, привет, ты чё, приболел? Дениска, привет. Да, чё-то вот немножко это. Уже думал, начал выздоравливать, да чё-то вот, видимо, сегодня так прогулялся плотненько. И, ну, короче, надо дома посидеть просто, чайку погонять. Трудяга, Мосышкинян, я такую пизду даже искать не буду. А какую ты, Гриша, пизду будешь искать? Интересно. Тебе какая? Такая нужна, чтобы была. Джек Беляев, а я подумал, это пиво. Нет, Джек, слушай, я это, я же не пьющий, если ты не в курсе. Не пью вообще, совсем, никогда. 7-й год. Мосочки, на экстра СПБ, привет, Ляга, пригласи меня на стрим, распакуй меня в прямом эфире и дрочеры. Слушай, так давай, Гриш, я с удовольствием... Кстати, ребята, вот мы с Ленивым уже договорились, в следующую субботу стрим с Ленивым, 32 человека онлайн, кому это интересно, следующая суббота, это 13 или 14 апреля, я не помню, будет стрим с Ленивым в субботу в 18:00, будем стримить онлайн вдвоем, он приедет ко мне домой, мы нальем чаю и начнем стримить, так что, ребята, готовьтесь. И, Гриш, слушай, давай с тобой вдвоем стриманем, как раньше. Ко мне домой придешь, мы тут спокойненько потрещим. А распаковку снять с тобой, это нужно конкретное видео делать, а не стрим. Если ты не против, давай я снимем с тобой распаковку. Я подготовлю там вопросы какие-то и запилим. Хорошо снимем в качестве... Джек Беляев, тихий, девушка в русском языке, значит, юная девственница. Ну, видишь, это в русском языке, а мы, получается, говорим, ну, на таком корпоративном диалекте русского языка, видимо. Потому что девушка, как бы, это просто как обращение даже в магазине к продавщице там девушка, а ей девушке, может, там лет хер знает сколько. Mad One Cable, салам алейкум. Малайкум ассалам. Я правильно, кстати, сказал? Нет? Селим Бутерфас. Привет. Привет, Селим. Мосу Шагинян. Ему по двери ногой клиентка ударила. Потом вмятина, царапина осталась. Ну, да, да. Это я смотрел сегодняшнее видео, Гришна. Конечно, блин, я очень разозлился. Вот даже сам. Не со мной произошло, но меня это вообще капец как разозлило. Вот мразь, блядь, вот реально едет за 100 рублей, ну понятно, нищая, да, бог с ним, нищих людей хватает, большая часть страны нищие, ну как бы, это не значит, что нужно вести себя как говно, блядь. Блядь, это конечно, мерзкая тема. Вали, Расул, береги себя, братан. Расул, спасибо большое, ты тоже себя береги. Будем друг друга беречь. Саша Александр, соси, сосалки, стрептиз. Может, стрепсилс? И что, они прямо помогают или просто боль в горле снимают? XSP, да, дырка какая-то появилась, вроде тоже видел, ничего интересного. Постблизы, там, как обычно, все активизы, пиздализы, наверное, там, как обычно, все активизы активировались. Ну, наверное, да.
Трудяга, так здесь тихий, про пизду, это из сегодняшнего ролика в Колтоне, там сука одна появилась. Да, я видел, да, я уже говорил. А может быть, трояничок, я тихий ленивец? Слушай, надо подумать, Гриш, надо подумать, потому что трое, с одной стороны, это как бы не был балаган, вот в чем дело. Начнется там вот это вот, ва-ва-ва-ва-ва. Поэтому давай подумаем, как бы я не наоборот, будет круто даже втроем. Давай подумаем. Захерачим обалденный стрим. Короче, давай свяжемся и подумаем. Время есть, будет прикольно. Салим, будьте рфас. Блин, вроде не сложно, а хер прочтешь. Салим, будь рфас. Я тоже по 0,5 чая гоняю. Да, конечно, что вот эти вот пидорские мензурки там из-под кофе по чайку гонять? Не, нужно сразу. Экстра. У меня 14 апреля, годовщина свадьбы. У отца день рождения и у племянницы тоже днюха. Обалдеть, у вас там 14 апреля просто семейный карнавал такой. Ну что, круто, Дениска, что, хорошо отметите? Миша, доброй ночи, Саша. Привет, Миша, спасибо, что заглянул. Рома Страхов, ты в бар к мадам не ездил, от которой сифонило? Нет, не ездил. Да там, я надеюсь, все поняли, что от нее сифонило не то, что там говном или чем-то, а дешевой парфюмерией. Я ненавижу дешевые духи, хоть бабские, хоть мужские. Мне просто, ну, ладно, там есть какие-то запахи, к которым я нейтрально отношусь, как бы бог с ним. Но есть запахи, которые я не переношу прям. У меня сразу горло начинает там, вот как аллергия, короче. Это откровенно мерзкий запах, просто говно, не знаю. Ну, может, я не прав, но у меня именно вот такое вот, я потом... Лучше бы я напердел в машине, вкуснее бы было. Джек Беляев. Тихий, как думаешь, брендироваться визетом? Я из провинции. Так а ты из провинции, а работать где будешь? В Питере или в провинции у себя? Потому что если в провинции, то это надо у тех чуваков, кто у вас там работает, там спрашивать. А в Питере, ну, блин, я был брендирован визетом, и я не был доволен этим. Я разбрендировался, потому что они так делают, что типа месяц, полтора, два тебе нормально заказы прут, а потом как у всех. Я просто смотрю, что люди на чистых машинах везет, катают так же или даже лучше, чем я. Я-то подумал, идите-ка вы нахуй с этим брендом, и снял его. Вот. Миша, о чем стрим? Так, Миш, как обычно, ты же много раз был. Ни о чем, просто болтаем. Трудяга, Джек Беляев, лучше вендрайвер брендируйся, заказов море и все жирнее жирного. Вот это я полностью согласен. И вендрайвер надо брендироваться. Или в Максим, вот в Питере, очень круто. Роман Столяров, здр. Саша Александр, другой в ебло дал маромойка тварь. Ничего себе. Другой в ебло дал маромойка тварь, блин. Слушай, круто написал, я правда не понял, о чем речь, но ладно. Экстра, какой смысл брендироваться вообще? Ну, есть же люди, которые брендируются. Приоритет по заказам, ты катаешь одну диспетчерскую службу. Это в этом есть свое удобство, и есть люди, которые катают бренд и довольны. Есть, конечно, кто и недовольны. Тут уже, знаешь, как я считаю, кто какую стратегию рабочую себе выбирает. Ты ездишь на чистой машине, у тебя там все подключено, что тебе надо, и тебе нормально. А кому-то проще с одной конторой. Джек Беляев, у нас нет эндрайвера. Ну, что же вы так? Трудяга, просто тройной стрим с ленивцем, это нестандартный такой формат будет, и у ленивца хоть попрет подписка. Ну, да, в этом плане я согласен. Давай, короче, порешаем на днях, и я думаю, что давай так действительно и сделаем. Запилим тройной стрим. Круто будет. Герман Авдеев. Бренд, бесплатная реклама на вашем авто. Зачем? Ну, если это говорить как о рекламе, то незачем. А как приоритет, то смысл есть. Владимир Кузин. Привет. Привет, Володя.
Скажи, пожалуйста, что с такси происходит? Где заказы? Неужели такса вымирает? Я думаю, что это просто временный геморрой какой-то. Бывает же такое время, что нету заказов. Почему вымирает? Как же, как-то ведь люди работают. Понятно, что далеко не у всех заказы есть. Джек Беляев. Герман в провинции без бренда один простой. Вот я когда был зимой в Петрозаводске, там тоже с парнями пообщался. Они там в Яндекс брендируются, потому что там доплаты до 160 рублей. Для Петрозаводска минималка в 160 рублей, это вообще нормально. Там некоторые говорят, что даже бывает за рабочую смену, там можно пятерик себе накатать просто чуть ли не минималками. Если ты попадаешь, короче, в небольшое расстояние, там, где туда-сюда люди ездят. Но это понятно, что это далеко не всегда и не со всеми бывает. Павленко Евгений, 500 рублей. Удачи. Блин, Женя, спасибо тебе большое. Хороший донат, ничего себе, пятихат. Женя, спасибо большое еще раз. Очень тебя благодарю за это дело. Дай бог, чтобы в твоей жизни всегда все было хорошо. Так. Ребята слетели. Трудяга, Герман Авдеев, бренд это бесплатная антикоррозийная обработка в виде пленки твоего авто. Ха-ха-ха. Ну, если ты полностью тачку покрываешь, то да. Вот. Кстати, вот что-то я так задумался. Женя Павленко, вот ты закинул 500 рублей, ты хоть написал бы чего-нибудь, а то написал только удачи. Мне, конечно, приятно, что ты задонатил пятихат, но хочется, знаешь, когда вот столько донатят, хочется, чтобы что-то прочитать хотя бы. А так ты написал удачи, мне даже сложно там что-то как-то сконцентрироваться. Мне сразу хочется тебе, знаешь, что-то вот как-то в ответ что-то тебе дать. А ты даже ничего не написал. Нам нечего рассказать. Так или иначе, Жень, благодарю тебя очень. Так, Саша Александр, помогают. Помогают. О чем речь? Что, за, что помогают? А, про Strepsils. Ну, буду иметь в виду. А, Василий Гаисов, здорово, тихий. Василий Гаисов, привет. Герман Авдеев, трудяга, после этой пленки красить надо. Почему? Мне, например, не надо было. У меня даже ни царапок, ничего не было. Мосфер Шакинян, в других регионах везета много. Паша про машины. Как хорошо, что я халтурил с понедельника, а то заказов совсем нет. А так я стабильно по 3,5 за день при пробеге 35-40 километров. О. Красавчик, Паша. Друзья, Герман Адеев, да я шучу, нахуй любой бренд. Армянский Аполлон. Аполлон. Шалом, Александр. Шалом, шалом Аполлон. Таксер, я сегодня повезет, проехал 1 километр за 400 рублей, выкинул из машины 4 мужиков и даже не получил по глазепу. Скоро ролик будет готов. О, красавчик. Нанес страшнейшие удары. Представляешь, ты как Брюс Ли такой там прыгал по машине, там фу-фу, все разлетались, такие зубы сыпятся, как горох на пол. Саня, блин, там вертушки вертит, там все, блядь, нунчаки. Никита, 50 рублей. Обалдеть, Никита, 50 рублей задонатил, кайф. Так, привет из Химок. Никита, привет тебе, спасибо за донат, очень приятно. Химкам привет. И в Химках я был, я там покупал первую свою американскую офигенную электрогитару Jackson DK1. Так что, Никита, всем там привет и спасибо за донат. Экстра, таксер возмужал, привет. Таксер всегда был таким, он монстром был. Он не такой мягкий и слабонервный и слезливый, как трудяга. Трактор всегда был злым монстром такси. И всегда устанавливал свои правила в своей машине. А не лебезил перед маромоями. За таксера я всегда уверен.
Таксер пишет, везет самый лучший, конечно, везет инд-драйвер с Максимом. Экстра, все здесь, везет нахуй, привезет. Я на стрим приеду пьяный. Таксер, одни блогеры в чате, идите пилить ролики. Пальценогий Яблоков, Димона только не хватает. Привет, Пальценогий Яблоков. Так а Димон сейчас это... Димон спит, ему завтра на работу. Сесовал, сесовал. Привет, Тихий. Привет, сесовал. Салим Бутерфас. Все к этому приходят. Но почему ты перестал пить? Что тебя подтолкнуло? Ой. Ответ на подобные вопросы всегда начинаю словами. Тысячу раз уже рассказывал. Что подтолкнуло? Подтолкнуло понимание того, что я иду не тем путем. Реально. Вот что случилось. И просто у меня было кристальное понимание того, что вот сейчас у меня есть выбор. Может, последний, не знаю. Что либо завязка вообще на всю жизнь, чтобы никогда ни капли, либо продолжаем дальше, но неизвестно, сколько это продлится. Скорее всего, не очень долго. Естественно, я выбрал нормальную человеческую жизнь и просто с легкостью забил болт на бухло. Думал закодироваться, но решил даже не кодироваться, потому что жалко денег на это было. И подумал, если меня начнет тянуть на алкашку, то я просто пойду и закодируюсь. Займу денег и пойду закодируюсь на любую кодировку. Не понадобилось, просто как обрубило. Просто принято решение не пить. Все, каких тут выбора нет. Все просто. Артур задонатил 50 рублей. Артур, спасибо тебе большое. Саша, привет. Привет, Артур. Рад видеть тебя на стриме. О, взаимно. На следующих выходных приезжаю к вам в Питер. Даст Бог, свидимся. Хорошего вечера. Спасибо большое, Артур. Ну, может, и свидимся. Правда, я никогда ни с кем не вижусь, но... Как ты написал, даст Бог, ух ты, я перезагружаю, что ли, блядь. Какой я дебил, блядь. Парни, напишите, пожалуйста, идет трансляция или нет. Вот прямо сейчас напишите кто-нибудь. Я случайно перезагрузил, я просто не знаю, что тут. В баньку надо. Так, хорошо, Герман, напишите, трансляция идет или нет, что там. Просто плюсики поставьте, если все нормально. Да, да, все, блин, отлично, просто перезагрузил. Идет, все, все, я понял, отлично. Случайно не туда ткнул. Артур, спасибо большое еще раз. И это, продолжаем стрим. Ничего себе, столько написали. Спасибо, парни. Так, где, да, так, Димона только не висовал. Да, экстра. Сейчас рекламу оплатят и можно ролик делать. Димон, наверное, с Лёлей там кувыркается. Я думаю, что Димон не то, что с Лёлей не кувыркается, а я думаю, что там даже рядом ничего подобного нету. Миша, как мне кажется, очень многие стали работать в такси. Да, это факт. Потому заказы и пропали. Мне дали в личное пользование Весту. Денег хватает, не пью. Почему ее не погонять в Яше и везет? Согласен. Согласен. И деньги сейчас нужны, наверное, всем. Просто цены на все растут, все дорожает. Зарплаты не увеличиваются в большинстве случаев. Если кто-то какие-то думает о каких-то подработках, то люди, как правило, этим пользуются. Поэтому, да, действительно. Рома Страхов, всем пока. Пока, Рома. Джек Беляев, Тихий, а что не катаешь местный диспетчерский как таксер? Так я как раз их и катаю. Везет и Максим. В основном везет. Я вообще отношусь лучше всего к везету. Мне он просто, я к нему привык, мне он нравится. И ценник, я вам скажу, уже по сравнению со всем, что уже все упало. И даже он, кто таксовичков катает? Таксовичков тоже уже, блядь, цены уронил. Так что... Например, вот здесь... От летчика Пилютова до метро Ветеранов 270 рублей.
Это что, плохая цена, что ли? Это при том, что процент они берут сколько? 15%, а не как Яндекс там 25%. По-моему, отличная цена. Вот кто питерский? Вон Дениска Экстра. С летчика Пилютова до метро Ветеранов 270 рублей по Везету, 15% комиссия. Нормальный же ценник вот на сегодняшний день, мне кажется. Он эту подвозил 53-летнюю. 315 рублей с солнечного города до метро Ветеранов. Я думаю, что это неплохой ценник по Везету. Экстра. Кто хочет, то поучаствовать в конкурсе на розыгрыш призов из вас, блогеров. Из нас, блогеров? Ну, не знаю. Если конкретно я, ну, я бы поучаствовал. Почему нет? Александр Бодров. Помогай дальше людям. Что в пивном стакане? Чай с лимоном? Да, чай с лимоном и мед. Там еще ложка меда или две. Вот. Если у меня получается как-то вот видосами подобными помогать людям, я очень рад, потому что по-другому я никак, наверное, не могу людям помочь. Павел Космос. При простуде выходит гадость с организма. Поменьше ешь ненужного, болеть перестанешь. Ну, ненужного это что, например? Или просто меньше есть? Герман Авдеев, баньку надо. Да уже поздно. Баньку надо, когда только начинаешь простывать. А потом говорят, что уже не надо как раз. Так баньку, да, я к баньке хорошо. А ты, Салим Бутерфас, а ты куришь? Нет, я ничего не употребляю вообще. Алекс Козырев, привет. Алекс, привет. Алексей Иванов, тихий, привет. Экран узкий почему-то. Да, я просто не знаю, как его сделать. Я его могу, конечно, сделать, типа, вот так вот, знаете, там как-то. Я просто хер знает. Вот как-нибудь вот так, например. Так лучше или нет? Кстати, ребята, напишите в комментариях, лучше так или нет. Вот я сейчас самый конец мотану. Плюсы, если лучше, минусы, если хуже. Мне кажется, так качество картинки хуже стало. Как на ваш взгляд? Напишите-ка. Так, сейчас посмотрю. Ну, плюсы, кстати, пошли. Герман Авдеев поставил минус. Еще раздвинь, так. Ну, раздвинуть, ну, к примеру, вот так вот, типа. Вот я раздвинул сейчас и... Сейчас. Не, нихера, это какие-то, это уже, видимо, разрешение, Сань, другое. Так что пускай так, ладно, будет. Короче, плюсы, все, так и оставим. У Вована, привет, только посмотрел про дешевую парфюмерию, поржал. Вован, спасибо, что посмотрел, ну круто, что поржал. Хотя, признаться, мне не особо удобно, конечно, этот ролик выкладывать. Было жалко эту бабу, как бы так. Я считаю, ее подобосрал немного. Ну, как немного? Ну, подобосрал, блядь, и как-то, ну, не знаю. Но, с другой стороны, просто такая ситуация интересная. То, что она там, если что, заезжайте, вы знаете, где нас искать. Заходите там, типа... Ну, просто вы не видели ее внешность, а внешность очень обычная. То есть, когда шишка стоит, то, конечно, ее можно. Но вот эти вот бесформенные формы как-то, ну, так, блин. Не совсем же обязательно шпилить все подряд. Владимир Кузин, а что везет, рулит? Ну, как рулит? Сложно сказать, это что рулит, но я к везету нормально отношусь. Ценник, я считаю, что не самый плохой. Экстра, норм, норм, ну отлично. Джек Беляев, тихий, ходят слухи, что Лёля это жена Димона, и он ее решил таксисткой сделать, когда увидел, как камазистка хайпанула. Ну, пусть дальше ходят слухи. Блять. Герман Авдеев, когда 270 там и уже 300 пахнет? И уже 300 пахнет. Не понял. А, ну типа то, что могут дать 300 и без дачи. Ну так и это происходит. У меня так и получилось. Владимир Кузин, я просто к Яше привык, но что-то там с заказами все хуево. О, экстра закинул полтосик, нифига себе. Александр, посмотрел вас на сайте судебных приставов. Не позавидуешь, штрафы, кредиты почти 100 тысяч. Ну да. Так, висит только у них.
Да, есть такое, но спасибо большое за донат. Я очень благодарен. Надо было 100 тысяч задонатить. Я бы, может быть, тогда... А, я, кстати, да, решил бы вопрос с ними. Так. Сергей Смирнов. Стою в порту, дрочу. Где за козюли? Не знаешь, тихий? Знаю, за козюли нет. Они ждут своего часа. Нестандартный таксист. Так, супер. Ну, все, отлично. Все, значит, так и сделаем. Так, еще раз двинь. А, ну это понятно. Журналист Газет Хейтер. Тихий, а с бабами тоже завязал? Нет. Почему? С бабами-то нахера мне завязывать? Так, Камол Султанов. Тихий, привет, брат. Привет, Камол Султанов. Пользователь YouTube. Во сколько начинается стрим? Не знаю. А, если который вот будем с ленивым и с трудягой, видимо, делать, 6 вечера. А если ты имеешь в виду вообще, то я начинаю стрим прям когда получится. Камол Султанов, тихий привет, брат, ты крутой. Камол, да, привет, черт. Да какой крутой, обычный человек, такой же, как и все. Не сказать, что там, уж точно не лучше остальных. Нестандартный таксист, меня зацепил ролик про Мариванну. Красава, очень интересная и необычная подача материала. Ну, видишь, повезло, вот как-то вот так вот он снялся, прикольно. Получилось хорошо его придумать и получилось прикольно снять. Это да, то есть ролик хорошо, и он так, он мне этот ролик мне подарил 1000 подписчиков там за 3 дня. Вот. Но на этих экстра это не я закинул. Ну, я уже понял, да, что это, скорее всего, некоторые любят так. Я помню, я трудяга там что-то тогда закидывал, хотя это был не трудяга. С этим роликом, конечно, мне повезло. Салим Бутиарфас. Можно ли себя считать больным, если мне не нравится водить автомобиль, а вот такси я пользуюсь часто? Мне больше всего нравится GetTaxi, но в последнее время подсел на CityMobile, подсел дешевле. Тебя больным, я думаю, не надо считать. То есть, если там ничего нету, ну, такого странного, ну, как сказать, из ряда вон, то что, я пока, я думаю, что нормальный человек. Павел Космос. Честного человека приятно слышать. Спасибо, Павел. Ну, какой я честный? Ну, такой, как бы, знаешь. Когда честный, когда нечестный. Герман Авдеев. Да, про Мариванну поржал от истории в конце. Да, история, конечно, веселая. На всю жизнь запомнилась. Конечно, жестко нас нахлобучило. Шли-то по улице. Дубак был там прям жесткий. Мы курнули, ну и что? Ничего не зацепило. А как в тепло зашли... Бум, как медным тазом. Это был ад, конечно. Дмитрий Захарчук. Когда стрим с Димоном и с Трудягой? Слушай, привет, Дим, не знаю, когда. Вот возможно, что с Трудягой и Ленивым сделаем следующую субботу. Не в эту, а следующую. Так, ребята. Следующую субботу. Стрим с Ленивым у меня... 6 вечера. Но возможно, что и будет трудяга. Сейчас все обсудим в ближайшее время. Сава Килешов. Надо в такси начинать водкой торговать, прибыль повышать. Ну, если у тебя получится, то конечно. Константин Белов. Менты там в тему подъехали, когда ролик снимал. Да-да-да, там вообще так получилось, когда снимали. Короче, оператор, типа, меня снимает, а там просто вот, ну как, стабилизатор, и на нем экшн-камера, то есть такая небольшая конструкция снимает, и я что-то говорю, и эта Гранта с ментами раз подъехала, и потом задним ходом стала к нам сдавать. Я такой, ну, о, ну-ка, снимай. И они такие раз посмотрели на меня и встретились со мной глазами, я как раз показываю, типа, снимай, снимай, и тот раз камеру поворачивает к ним, и они так раз, типа... Отвернулись и что-то там, ну, чуть-чуть отъехали на несколько метров и продолжали сидеть. Странно, то есть там, причем место такое, там машины мало ездят, такая зона как бы,
как пешеходная, грубо говоря. Дима закричал: Саша, ты простыл, что ли? Да, приболел. Стюфляк стрим. Уважаемые дамы и господа, стрим бедных студентам приглашает вас присоединиться на стрим в коммуналке. Переходите на канал. Как думаешь, сейчас вот возьмут люди такие, все 40 человек. Блин, надо перейти на канал. Эти темы не работают, дружище. Как и взаимная подписка, взаимный пиар. Не, взаимный пиар, да, работает. Когда два блогера снимают коллаборацию, это да. Это даже очень хорошая тема. А взаимная подписка и вот такая вот хуйня, она просто, ну, ни о чем. Журналист газеты «Хейтер». Стас сегодня говорил, что Люберецкого закрыли. Ну, что ж делать? Плохо? Ну, если его реально закрыли, то печально. А если его не закрыли, а он говорил, что закрыли, тоже печально. Хорошо, когда есть бананы в доме. Можно их поесть. Дима Закарчук. О, опять будет в следующую субботу, чем на работе развлечь. Хоть стрим посмотрю. Да, следующая суббота, 18:00. Будет угар. Будет жесткий угар. Так что, смотрите, ребята. Я думаю, что будет действительно интересно. Во всяком случае, стрим с ленивым у нас был, он такой полноценный, всего один раз. И он прошел очень круто. Тогда у нас подписчиков не было. У него там было несколько человек. У меня там, я не знаю, может, 1000 там, 1500. Но тогда даже онлайн был такой нормальный. Весь стрим онлайн держался так нормально. Журналист газеты «Хейтер». Обезьяний корм тоже ем. Полезный он. Ну да. И главное, его удобно жрать и вкусно. Павел Космос. Мясное убирай с рациона. Тебе подойдет. Да? А я очень мало мясного ем. Я вообще очень люблю вегетарианскую кухню. Сергей Васильевич, Саня, я надрался и получил каф. Пипец. Не знаю, как бросить. Живу, как Чарльз Буковский, кайфую от зоду от этого. Походу от этого. Но Буковский, это, знаешь, такой пример, как бы... Не особо прикольный. Микки Рурк тоже очень люто жёг. Да и Ельцин нормально жёг. И много кто нормально жёг. И Сид Вишес вообще жёг нормально. Толку-то? Это всё равно это не жизнь. Дима Закарчук, в курсе Гриша с канала «Курьером РФ Питер» собирается приехать. Не, я не знаю, кто это. «Курьером РФ». Даже не слышал никогда. Игорь Марков, стоит ли сдать авто в аренду Рио? Не знаю. А как узнать ответ? Вот реально, стоит ли сдать в аренду Рио? Как думаешь, вот что я тебе реально отвечу? Может и стоит, может и нет. Салим Бутерфас. Я правда понимаю, что чем больше конкуренции среди сервисов по такси-сервисам, тем ниже цена. Но в первую очередь страдают таксисты, чтобы конкурентную цену держать. Сказывается ли это на качество? Конечно, сказывается. Само собой. То есть сейчас в такси работает контингент, такое ощущение, что хуже, чем на погрузке вагонов и там на стройке. Не всегда, конечно, но тоже присутствует.
Поэтому, конечно, страдает качество. Я, например, когда там у меня жена с ребенком куда-то там на такси, если надо ехать, то я всегда настаиваю, чтобы это был либо таксовичков, либо 068, но обычно таксовичков. Либо комфорт, там какая-то другая, но обычно это таксовичков. Иван Иванов, тихий привет, давай выздоравливай. Иван Иванов, привет, да конечно выздоровею. Сергей Васильевич, что в твоем понимании прикольный? А, в моем понимании прикольный, блин, как бы мне ответить-то на этот вопрос? Я как бы слово прикольный употребляю в двух разных значениях. Прикольный — это когда смешной, интересный и смешной, вот прикольный, да, слово прикол. Либо когда что-то такое, что мне нравится, тоже могу употребить слово прикольный. Ну, как-то в общих чертах. Журналист газеты «Хейтер», а что за блогер появился с Петрозаводска, тоже Александр Тихий? Это случайно не твой отец? И Дима Закарчук сразу отвечает, да, это его отец, да? Мой батя. Канал классный, подписался я давно. Да, у меня батя ведет свой канал, называется Александр Тихий. Вот. Или Саша Тихий. Но ВКонтакте он, по-моему, Саша Тихий, а я Александр Тихий. Вот. Да, он, ну, он такой дядька уже в возрасте, ему типа лет 65, что ли. 55-го года рождения, в общем. Да, это получается, сколько ему? Ну, короче, так, нормально. Но он такой, конечно, это контент не хайповый, не какой-то, просто для взрослых людей, так скажем. Кому интересно там как-то история, сама Карелия. Вот. Так что тут, конечно, далеко не для всех, но я считаю, что он по-своему прикольно у него получается. Да, да, кстати, прикольно. Значит, ну, хорошо получается, нормально. Хотя я с ним, когда мы общаемся вместе, он у меня всякие советы спрашивает всегда. Я его, конечно, так это, критикую очень мощно. Все-таки у него школа, он же журналист, он на телевидении так нормально работал. И у него школа такая, скажем, телевизионная, а не блогерская. Ну, это заметно. Дима Захачук, он пишет, для самообразования. Ну, как бы да, что там ты именно получаешь какую-то информацию такую, исторического какого-то плана такого. Поэтому этот контент, конечно, будет таким... Ну, для своего зрителя, так скажем. Главное, чтобы он не останавливался, продолжал дальше снимать. Да, кстати, ребята, может, кто-нибудь из вас подпишется на него? Давайте я найду его канал, хоть батю пропиарить немножко. Александр Тихий, ты где? Где Александр Тихий? А вот, нашел сейчас. Вот. У него уже 1130 подписчиков. Ребята, вот канал моего бати, Александр Тихий называется. Так, вот. 1131 человек. Короче, подпишитесь. Поддержите моего батю. И вообще, кому нужен отдых в Карелии, это к нему обращайтесь. Салим Бутерфас. У тебя часто забывают в такси свои вещи клиенты или... И если забывали, то расскажи самую интересную находку. Слушай, очень редко что-то забывали. Интересное, наверное, было, когда я работал в таксовичкове, парковым водителем на Октавии. Или на Джетте я тогда был. Неважно, Джетта или Октавия. Короче, одна девчонка забыла сертификат. Она каратистка и получила пояс по карате, не помню какой, но там такая бумага большая, короче, формата типа, какой, ну вот такой большой, больше чем А4, что это, А3 или А5, я не помню, как он этот формат там. Короче, большая бумага, и там с иероглифами какая-то надпись, короче, о том, что она пояс получила, она его забыла. Ну, я его отвез в парк, и она потом его за ним поехала, естественно. Дима Закачук, обзор на дом классный. Ну да, обзор прикольный. Но это, видишь, это уже на моем канале этот обзор. Но обзор прикольный, да.
Гараж 47, тихий привет, привет, Гараж 47. Такси Тодей, здорово, Саня. Кирилл, привет. Как у тебя, кстати, Кирилл, там, что с зубами? Как ты вчера накидался там, как уснул? Когда спал с женой, как обнимался или так спиной к спине спали? Расскажи всю свою жизнь, Кирилл. Вчерашнюю, ну и сегодняшнюю. FIO, если я правильно прочел. Супер горячая новость. Сегодня Яндекс.Такси в Москве в суде проиграл пассажиру 60 миллионов рублей за травму. Адрес ролика официальный на канале «Россия-1». Выслал тебе в ВК. О, круто. 60 миллионов за травму. Ну, если это реально так, то это очень круто. Павел Космос. Интересные люди в такси попадаются. В такси часто... Ой, в такси, считаю, развиваешься разносторонне. Ну, насчет развития в такси скажу так, что как бы развивается в такси только тот, кто хочет развиваться. Также в такси можно и не развиваться абсолютно, опустить там корни, как бы сгорбать в спину, возить до конца своих дней там по городу. Тут уже кто как строит свою жизнь там. Так что тут у кого как получается, в общем. Кирилл, с пассажиром еду, пока только слушаю. А как это ты, интересно, слушаешь? Через наушники, наверное? Или в открытую, не парясь, стрим? Андрей Матвеев, привет. Привет, Андрей. А в Питере есть метановые заправки? Я ни разу с этим не сталкивался, но я слышал, что есть. Ну, конечно, должны быть. Вон, даже Боря купил для парка метановые весты. Где-то же заправляют они их. Значит, должны быть. Конечно же, их меньше, чем пропановых, или как там это называется. Ну, есть. Ой, что-то я уже спать, ребята, захотел. А вы-то что не спите? Ладно я, но вы... Метановские, написано причем. Оптимальное такси, 4 всего. Привет, оптимальное такси. 4 штуки, ну вот хотя бы 4 есть. Значит, кто-то у нас может. Кто-то может ездить. Я на метане вообще ни разу в жизни не ездил. Хомер Сак. У меня 9 утра, хватит спать. А ты где живешь? Хомер Сак. Гараж 47. Метановый есть. Забей в Google, покажет, сколько заправок. Оптимальное такси. Привет, привет. Да, привет. Андрей Матвеев. Это нормально. Ну да. Ну вот сколько у нас метана. Так, Игорь Марков. Авто находится в лизинге. По договору лизинга сдавать авто в такси запрещено. Насколько знаю, есть вариант подключать водителей к агрегаторам без лицензии на авто. Думаю, сдавать авто под выкуп в такси. Слушай, ну ты, твое мнение. Мое мнение, что если машины в лизинге, ну как же, это же вон таксовичков-то. У них весь парк там был в лизинге, когда я работал. Как-то ведь сдают, запрещено. Либо это лизинги разные есть. Я думаю, что это нормальный бизнес, которым многие занимаются. Единственное, что сколько у тебя этих машин? Потому что если она у тебя одна, то нужно найти такого прям уверенного человека, чтобы он ее тебе не разъебал сразу. Или даже не сразу, но не разъебал. Чтобы относился к машине как к своей. Такого водителя попробуй еще найди. Но если их несколько, много машин, то это уже другой разговор. Павел Космос. К клиенткам в гости до утра оставался? Нет, слушай, ни разу. Понимаешь, когда я работал в такси, я был женат. И я жене не изменял. Вот. Поэтому, конечно, нет. А сейчас уже, как бы, ну, если попадется, смотря что там за клиентка. Один раз, кстати, один раз мне предложила, подвозил тетку, тоже, кстати, в возрасте, наверное, лет около 50. И, кстати, хорошо выглядела.
И я ее подвозил, она выпившая была где-то, ну, около, ближе к Звездной, короче, там где-то. А, Ленсовета, на Ленсовета я ее подвозил. И так нормально, душевно с ней общались, но она так сзади сидела. И такая, когда уже подъезжали, она такая, если хотите, можете зайти в гости, там типа что-то. Я такой, ой, спасибо большое, но извините, надо работать, короче. Такая, ну, как хотите. Такая на позитивчике на самом деле, симпатичная такая тетенька. Ну, то есть, вот у меня только такой вариант. Ну, еще были варианты, когда так на меня с таким интересом смотрели бабы. Но мало было, реально мало. Видимо, я так больше ездил в основном без, не из, как бы без этих флюидов, короче. И поэтому, может быть, либо, может, я выгляжу так неинтересно и некрасиво, что бабы на меня там не смотрят. Хомер Сак на Сахалине. А-а-а. Дима Захарчук, малой, мое место в кровати занял. О, скучно, говорит, ему у себя спать. Он сказал, поэтому и не сплю. Ну, раз занял твое место, ну что ж делать, Дима? Как говорится, слушаю и повинуюсь, товарищ командир. Он же там у тебя самый главный. Ну, я так думаю. Фио. Обещают, что заставят агрегаторов страховать поездки теперь. Лед тронулся. Жизнь поменяется скоро. И у водил, и у пасов. Ролик посмотри в ВК. Завтра расскажешь, что об этом думаешь. Выздоравливай. Хорошо, да, я посмотрю. Спасибо за выздоравливай. Музыка клевая. Может, мне на всю ночь такую включить себе? Пускай звучит. Так, мантрочки играют всю ночь. И будет хорошо. А я вам могу на это. Ладно, не буду соседей беспокоить. Время-то, сука, час ночи. Ну да, не надо. Ложись спать, сон – лучшее лекарство. Вот с этим я полностью согласен, что сон – это самое лучшее лекарство. Это 100%. Дима Захарчук, да, четвертый, который строит почти всех дома. Нифига себе, у тебя четверо? Обалдеть. Ну ты вообще. Игорь Марков, верно, разные условия. Если по белому, то первоначальный взнос на авто 20%, плюс каска для такси, плюс оклейка, плюс лицензии. Получается окупаемость 1 год. А я могу брать авто с 5% взносом и сдавать втихую от лизингодателя и окупаемость 4 месяца. Слушай, ну вот я вот с этой схемой не знаком. Ну, не в курсе, как это делается. Если ты знаешь как, ну, а почему нет? Только надо думать, да, как если узнают там. Потом в лизинге там машины осматривают они каждый год или нет. Потом, а если авария, как решать вопрос? То есть вот это все надо продумать, наверное, и почему нет? Кирилл, Bluetooth гарнитура у меня. О, ну хорошо. Павел Космос, не слушайте клиентов, тут резко направо, чревато. Дмитрий Валерьевич, здорово, привет, Дима. Сейчас глянул видео таксера про 400 рублей до пятерочки и обратно. Окучивает наш район. Ну да, я сегодня таксеру сказал, чтобы он валил с нашего района. Тут только местные ребята, так сказать,
бизнесом занимаются. Гараж 47. Та девка 30-летняя, которая ехала у тебя в машине бухать, надо было тебе ей на колюке подудеть, чтобы она тоже перестала бухать. Так у меня же с собой-то не было колюки. А так, в смысле домой ее пригласить, типа, пойдем ко мне, я тебе на колюке поиграю. Чтобы она тут же вон на диванчик утеньки, и там ее... Ну, как мы любим заниматься сексом. Игорь Марков, сдавайте хуй, да. Такси ДД, Кирилл, как может быть окупаемость 4 месяца? Стоимость машины считать не надо, что за бред? Ну, может быть, там, знаешь, Мерседесы по 100 тысяч рублей. Почему нет? Дима Белый, у меня друг ушел в эту Нирвану 4 года назад. До сих пор не можем его оттуда забрать, а был норм пацаном. А что за Нирвана, Дим? Кирилл, а каска, а обслуга? Гараж 47, да. Дима Белый, ты заканчивай с этим. С чем заканчивать, Дима? Павел Космос, сделай обзор дудочки, сколько стоит? Стоит 2500. Я пока сам про нее ничего не знаю. Так, позанимаюсь немножко ей, подужу. И это. И все нормально. И тогда уже сниму там обзор. И то, наверное, это уже будет, конечно, на лайв-канале, скорее всего. А может и нет, не знаю. Кстати, а может мне ее действительно брать с собой, вот так вот снимать такси-блог и клиентам, с клиентов деньги не брать, а просто сказать им, я с вас не возьму деньги, но вы минуту будете слушать, как я играю на колюке. Наверное, круто будет. Или люди будут в конце деньги кидать, забери в 2 раза больше, хватит, заебал. Павел Космос, сделаем... дружище, Дима Белый, с дудочками заканчивай. Ну, ты понял, а зачем мне с ними заканчивать? Вернись в реальность. А я из реальности никуда не, вообще-то не деваюсь. Какие-то странные у тебя, Дима, эти мысли обо мне. Я не в космосе, я здесь. У меня все нормально. А то, что я на дудочке играю иногда, так и чего? Вот чего там такого-то? У тебя там кто-то куда-то пропал, ты пишешь там, друг ушел в эту Нирвану 4 года назад. А куда он ушел? Что там за тема-то с ним? Допил уже чай, надо, наверное, сходить сейчас будет. Еще налить. Так тоже, когда болеешь, потеешь как бы, и аж мыться как-то нежелательно. Когда помоешься, хуже. Дмитрий, 50 рублей, на что сам решишь? Дима, спасибо большое за полтинничек, я тебе очень благодарен от всего сердца. Возвращаю тебе это со временем, верну в усотеренном размере. Спасибо большое. Гараж 47. Норм инструмент, как и все другие. Да, конечно, нормальный. Тут даже уметь играть не надо. Просто дуешь в него и все, и нормально вообще. Игорь Марков. 5%. 38 тысяч рублей от стоимости Соляриса. Ежемесячный платеж 32 тысячи. Аренда под выкуп 1900 в сутки. Обслуживание на водителе. Каска вбита в платежи ежемесячные. Ну, нормально. Это, получается, тебе нужно искать водителей на раскат, насколько я понял. Нормальная тема, я считаю. Только, конечно, нужны люди такие надежные. И на какое время, получается? За сколько человек ее выкатает, эту машину? Константин Белов, рюкзак скидывал сегодня? Не скидывал, а вытряхивал. Рюкзак не скидывают, а вытряхивают. Так... По-моему, нет. Или утром, может быть, там
Слушай, что-то вот не запомнил. Я обычно очень серьезно к этим вопросам отношусь и все запоминаю до мелочей. А тут что-то, видимо, приболел, так забыл, вытряхивал или нет. Да особо вытряхивать нечего. А, Игорь Марков, 3 года. 3 года, блин, по 1900 на 3 года. Такое, конечно, блин. Ну, в принципе, кто-то может согласиться. 1900 на 3 года. Ну, я бы не решился. С другой стороны, человеку, у которого нет машины. Если найдешь людей, то, конечно, здорово. Павел Космос, содовую воду пей или содовую воду пей, быстро выздоровеешь, правильно. А что за содовая вода? Это что такое? Оптимальное такси. Зеленый чай с медом и лимоном. То, что надо тебе сейчас. Много лет только так и лечусь. Вот. Но я, правда, черный чай, а не зеленый. Но с лимоном и медом. Тоже сейчас это пойду тоже себе за, это, за бубеню. Дима Захарчук. Что за тема с рюкзаком? Ну, это, как сказать-то, такая тема, когда ты вытряхнуть рюкзак, это означает жестко посрать. Причем желательно жутким стулом, чтобы весь универсальный таз был в коричневых крошках. Так, Дима Белый, в начале типа по Ютубу слащавые обещания, потом нихера не жрем, потом сыроедение или сыроедение. В итоге в 40 лет смотреть страшно на чело. Инфаркт, инсульт и онкология кишечника, это пипец. Нихера себе, ну это да, это конечно лютая тема. Инфаркт, инсульт и онкология? А почему так люто? Не, я понимаю, что есть, конечно, ну, если он сыроедел, и это ему, например, физически не подходило, как большинству, кто живет в Петербурге или на севере вообще, то, наверное, ну, это да. Не, понятно, что люди уходят во всякие духовные поиски. Это все понятно, и у меня это есть. Я даже вегетарианствовать не могу, Дим, не то, что сыроедением заниматься. Я вегетарианствовать могу летом. Вот когда тепло, я жру овощи, там, рис, гречу, картофан. Мне в кайф. Только сентябрь или конец августа, когда уже такая, все, я хочу жрать мясо, все. Ну, я еще рыбу, конечно, да. Потому что если в деревню приезжаешь, как в Карелии не есть рыбу. Хоть ты веган, хоть ты хуеблиндонеган, блядь. Но это я по себе сушу, конечно. Не, я пока нормально. И дудочка очень хорошая тема. Ну, в смысле, я имею в виду вот эту дудочку. Гараж 47. Пол чайной ложки соды и залить кипятком, пить теплым. А, сода. Так, а до этого... Павел Космос, содовую воду пей, быстро выздоровеешь. А что, сода, она прям такая полезная? И сколько стаканов таких пить? Пол чайной ложки соды и залить кипятком и пить теплым. И сколько это пить? Сколько раз в день это можно пить? Это там не будет вредно для желудка? А то Дима уже раком, вон, так а нахера ты это проповедуешь? А почему я проповедую? Я просто сам играю. Да и что хочу, то и проповедую, Дим. Сейчас народ набежит и будет только соду жрать. А, пускай, конечно. Леха Блудмен. Сорян, я только приджонился. В чем тема? Леха, привет. Слушай, а темы нет никакой. Просто общаемся о жизни. Вообще никакой темы. Поэтому о чем угодно говорим. Трудяк таксист тихий. Когда пить начнешь водяру? Ну, я думаю, что очень велика вероятность, что никогда. Ну, мне так кажется. Потому что пока не планирую. Гараж 47. В день один раз не вредно. Ну, один раз-то понятно. Леха обломнул. Я уже писал, в чем тема. Ну, еще раз тебе напомню, что ни в чем. Просто говорим. А если тут тема, о чем тема? Если про дудочки, ну вот просто то, что у меня есть дудочка такая, на которой я иногда играю. Ну вот, собственно, и все такое, о чем.
Возьми пельмешку, пишет, от нервов многие болезни, не забывайте. А, это да. Поэтому нужно всегда, чтобы было ровненько. Трудяга, а я развязал, сейчас уже второй литр ебашу. О, Гриш, молодец. Это ты молодец. Дима Белый, трудяга, ты как не умел пить, так и не надо начинать. Вон Дима все знает, Гриш, поэтому давай-ка бутылочку в сторону и ложись спать. Дима правильно говорит. Ты, кстати, Дим тоже, тоже бутылочку в сторону и тоже спать. Время, он уже второй час, ребята, вы чем занимаетесь? Ладно я, но вы... Блин, чай с медом и с лимоном кончился. Павел Космос. С утра на стакан воды пол чайной ложки. Неделю попей, не только простуда пройдет. Хорошо, я куплю тогда соду, у меня соды нету. У меня вообще тут мало чего есть. Я как заехал, да и мне ничего не надо. У меня вон рис есть. Сыр есть, шоколадку сегодня съел, рахат-лукум вроде есть еще. Так, трудяга, нет, я развязал, я запойный марамой, сейчас 2 недели буду жрать не просыхая. А, ну это нормально, Гриш, это нормально. Если ты запойный марамой, то главное не останавливайся. Дима Белый, я уже давно в тряпках. В тряпках. Ну, нормально. Дима, завтра-то не надо за руль. Илья Григорьев, я тоже только первый пузырь. Ничего себе, тут нормальные ребята собрались, только начали. Леха Блудмен. У меня друже просто на новаторов живет. Недавно был новаторов, ну понятно. Ой, что-то копчик отсидел. Дима Закачук, сегодня с 3-м ребенком в твоих краях были на пограничника Горькаева. О, ну да, рядом. Илья Григорьев, у меня 8 час утра. О. Дима Белый, завтра в 6:00 на линии. Ничего себе, Дим, так тебе надо эту бутылочку отложить, да спать, наверное. Или до 5 можно погудеть, там часик полежишь и бодряком, огурцом на работу. Константин Белов, Саня, а шинщик как поживает? Слушай, давно не общались с Дениской, но он уже давно в шиномонтаже не работает, он в автосервисе. Так, Кирилл написал большое сообщение, давайте читать. Игорь Марков, ты в такси сам работал вообще? 1900 рублей на 3 года, плюс ремонт, плюс резина, сам-то взял бы? И что за хуйню ты несешь про 4 месяца? Даже если нашел дурака за 1931 день месяца, это 58 900. Вот так вот. Так что, Игорь Марков, давай колись, что там у тебя? Дима Белый, а Гриша пойдет за водярой, как проснется к 12. Ну, я надеюсь. Трудяга, Дима Белый, привет, алкоблогер. Я затарился на пару дней. О, Грише даже ходить не нужно. Только тазик с кроватью. 2 тазика поставить. Ну, или, в принципе, 1 хватит. Куда писать, там, какать. Может, блевануть, если надо будет. Если вдруг там что. Дима Белый, Гриша, привет хроникам. Трудяга, хронь. Павел Космос. Кто ел мускатные орехи за рулем? Интересный вопрос. А что в них такого? Трудяга, новый контент. Хроник-таксист на смене. Трэш-контент. Дима Белый, а у меня не получается на пару дней, денег нету. Ну, Дим, видимо, ты бедный человек, раз у тебя нет денег пару дней побухать. Артем Базулев, самый красивый в такси, написал первый. До тебя был экстра СПБ, он первее. Но Артем Базулев красивее. Вот в этом я точно уверен. Надо тебе действительно, Артем, Артем Базулев, самый красивый в такси. Такси Тодей, Кирилл пишет, простой Солярис выходит в лизинг на 3 года 1 200 000 1 300 000, с каской даже не для такси. Делить 1 200 000 на 58 будем, и это только себестоимость авто. Ой.
Короче, ждем ответа на вопросы Кирилла. Дима Захарчук, мало того, что место в кровати занято, так еще нет точки отправной. Это откуда заказы буду носить? А, ну то есть ты как бы завтра не факт, что работать будешь или чего? Илья Григорьев, а ты тихий по ночам не таксу ешь? Не таксуешь, наверное. Таксу ешь. Не, я только днем. Ночью я плохо вижу, хочу домой и так далее. Дима Белый, вот главное хрони пиздобол Артем Базулев. Да он нет, ты что, Артем Базулев, во-первых, он самый красивый. Во-вторых, он самый честный и неподкупный блогер. Так что, Дим, ты потер бы свое сообщение. Артем Базулев самый красивый в такси. Это не надо писать, что я самый. Все знают. Так все знают-то знают, но об этом все равно должно быть написано. Все же знают, что такое Кока-Кола. Но реклама же присутствует где-нибудь. Павел Космос, ты развелся? Слушай, официально как бы еще нет, но разошлись, я отдельно живу. Так, Артем Базлев, ну что, пошалим? Ну, пока шалим, да. Но скоро, видимо, заканчивать будем, потому что я чувствую, что спать охота. Дима Захарчук, сижу, жду, когда ее в расписание зальют. А-а-а. Кирилл, даже при стоимости миллиона купаемость 16 месяцев. Артем Базлев, Дима Белый, где мой пятак? А что, Дима Белый тебя кинул на пятеру? Всего на пятеру кинул, ну что-то как-то мало. Трудяга, таксы вкусные, всегда на Парнасе ем в Еврокебаб. Александр Жовталюк, так может Артем Би? Не знаю. Би он или не Би? Надо у Артема спросить. Артем, может ты Би? Вот тут люди спрашивают. Как ты там, Би, не Би? Дима Белый, тихий. Я начинаю сомневаться в ориентации некоторых блогеров. Так, сомневайся, Дим. Чё? Кто запрещает-то? Так, Артем. Не, он пятак мне должен. Он, Артем, пишет, что он би-би. Ну, значит, все в порядке, би, и чё? А магазин, ну да, есть такой. Короче, ребята, Артем сказал, что он би-би. Александр Жовталюк пишет, вот Артем би. Ну, ладно, ну би, ну чё такого-то? Разве это плохо? Так, Илья Григорьев, всем всего доброго. Илья, всего доброго. Артем, Белый, что по поводу пятака? Разбитого пятака. Так, Дима Белый, фу, бля, гомосятина. У нас время толерантности. Все должны это самое понимать, что это свобода выбора. Ну что, ребята? Все легли спать или никто не лег спать? Давайте, наверное, это... Гараж 47. Всем добра и удачи, тихий, добра, здоровья, удачи тебе и спокойной ночи. Спасибо, Гараж 47. Спасибо большое. Тебе тоже. Григорий. Всем чат-ланам пока. Тихий давай, Гриш. Спокойной ночи. Артем. Белый. Ну так что насчет пятака? Дима Захарчук, еще минут 5 посмотрю и пойду переселять наглых жителей квартиры в свою кровать. Да конечно, что смотреть, так и закрывать уже. Надо спать ложиться. А, Павел Космос, отдельно от жены жить, наверное, лучше или страдаешь? Нет, не страдаю. Я как-то наоборот, вот сейчас, когда прихожу к ним, мне там как-то суетно, шумно. То есть, ну, неплохо, конечно, но я на самом деле так... Я же сколько мы сошлись, вот если мы 15 лет вместе,
сколько мне, 26, что ли, было. И до этого времени я жил как бы так, сам себе, как хотел. И... В общем, я так и не привык за всю семейную жизнь вот так вот жить именно с семьей. Ну, как привык, но не настолько. То есть, летом этим, ну, последним летом, когда они уезжали в деревню, я жил один. Это было мне настолько комфортно, что потом, когда они приехали, мне было так тяжеловато. То есть, это мое такое очень естественное состояние жить одному, как бы оно ни звучало. Так что я вообще нормально себя ощущаю. Единственное, что плохо, конечно, что семья там развалилась. В этом смысле это, конечно, плохо. Так. Кирилл, я в буграх, пиздец. Ну да, бугры, слушай, такое место. Дима Белый, да, Саня, удачи и хату без квартплаты. Ну, спасибо, спасибо. Константин Блов, сыграй на дудке, да спать. Да поздно уже на дудке играть. Артем Базлев, что за молитва на фоне? Мантры просто буддийские играют. Артем Корнеев, здорово, как жизнь? Здорово, Артем. Нормально живу. Алексей Иванов, тихий, выздоравливай, спокойной ночи. Спасибо, Алексей. Стюфляк стрим. Уважаемые дамы и господа, блин. Артем Корнеев, сегодня выходной? Ну, трудно сказать, выходной, не выходной. Что на фоне играет? Мантры, Кирилл, мантры играют. Он, Дима, пишет, что... Бугры – самый зачетный район. Да самый лучший. Центр Питера, можно сказать. Павел Космос. Жилье снимаешь? Да, однушку. Кирилл пишет, нищий, а не район. Артем Базлев. Белый, все ясно с тобою. Дима Скачук. Мне 36. В мае 10 лет со дня свадьбы было. О, круто. Нормально. Так, Дима Белый. Тема, ляг, поспи. Давайте, парни, спать. Я тоже уже захотел, так что давайте спать, пока болею. Может быть, буду по вечерам стримить, кстати. В общем, пообщались. Этот стрим будет перезалит на лайв-канал. Кто не в курсе, я стримы все перезаливаю на лайв-канал Блог Тихого. Кто не подписан, подписывайтесь на Блог Тихого. Это очень хорошо. Че, ребят, журналист газет Хейдер, тихий. Жму правую, пошел я спать, завтра бомбить буду. Журналист газеты Хейтер, спокойной ночи, спасибо большое. Кирилл, доброй ночи, Санек, поправляйся, спасибо, Кирилл. Павел Космос, приятных снов. Спасибо, Павел, всем приятных снов, ребята. Все, давайте спать. Жить и спать. Всем пока, братва, круто.